Всем привет! Ну, наконец-то пересдали эту книгу. Ребенку моему уже 4,5 года. Эту книжку, конечно, лучше читать с нуля. Ну, 0+. И, значит, долго не было и в продаже. Как вы поняли, это «Маршак. Английские песенки» с рисунками Канашевича. Это одна из моих любимых книг с детства. Так вот, значит, купила я, наверное, там за 1000-1500 рублей, уже не помню. Такую тонкую книжку, не дождавшись переиздания вот этой. Такую было найти тяжело на Авито. Какие-то были подставные аккаунты. И стоила такая книга, предыдущий тираж, я имею в виду, там, может быть, 1005 даже, ну, несколько тысяч. Вот, сейчас эту книгу, не знаю, она закончилась еще или нет, по-моему, там всего 4000 экземпляров, опять же, мало. Сейчас она рублей 600 стоит. Может, они допечатают тираж, я не знаю. Издательство АСТ, вот, тираж 4000 экземпляров, шикарно получилась, конечно, книга. Итак, у нас две таких, на всякий случай. Итак, купила я вот 90-го года книжку, да, мы ее долго читали и любили ее. Но я вам скажу, конечно же, новый вариант шикарный. Давайте же мы его и посмотрим. Так, издательство «Малыш», АСТ, бумага белая, мелованная, офсетная, белая офсетная, качество печати потрясающее. Значит, они сначала выпустили этот тираж, оказалось, там ошибки в тексте, они изъяли партию и выпустили снова. Вот у меня как раз вот это, которое выпустили без ошибок. Значит, сейчас у нас 2023 год кончается, вот как раз недавно эта книга и появилась в продаже, то есть интересно, когда же она закончится. Возможно, что уже скоро. Может, допечатать, не знаю. Вот. Такой вот. Ну, давайте сравним рисунки, мне с интересом по качеству печати. Вот. Перчатки, котятки. Наверное, это самое любимое у нас. И у меня тоже в детстве. В общем, конечно, старый вариант уже все. Мы не читаем, потому что у нас есть новый. Но никуда не будем. То есть мы оставим обе книги у нас. Вот. Ребенок любит эту книжку. Я тоже люблю. И не устаю это все читать. В общем, эта книга вообще на все времена, я думаю, самая обязательная. И вообще просто... Там очень плотно, качественно бумага, офсетно. Ошибки исправили, вот можно посмотреть. Вот здесь были ошибки в предыдущем тираже. Ну, там было несколько, конечно, ошибок и печаток. Вот такое вот содержание. Все это, опять же, оформлено было Канашевичем в свое время. От 0 до 6 заявлено. Обложка такая очень плотная. Формат А4.